есть. Но вот она хорошенько на паузе. Вот, она раскрывает ей рот. Получается, это приспособление. Пойдет она плавать. А плавать пойдет. Доброе утро, друзья. Приехали в город Киев, на водоем Михайлина. Тут водится форель, щука. Сегодня будем пробовать ловить ее. Можете просто налегке сюда приезжать, в принципе, вам все выдают, и можно тут все приобрести. Сегодня ловим на катушке Дайва 4000 LT, шнур 0,8, и на катушку Liberty 1500, шнур 0,4. Ловим мы на спиннинг Fenwick HMG Test 4,26. И на Kingfisher Test 2,12. Сегодня будем ловить на Ketech Acy Shiner 4. Вот, на двойники вот такие вот получается. И будем ловить сегодня на Lucky John Tioga оранжевого цвета, очень хорошо щука берет ее. Вот, тоже на двойнички вот таком вот. Вот. Будем пробовать ловить сегодня щуку. Крючки обязательно, чтобы были снаружи, когда вцепляете на жирку. Для того, чтобы рыба могла при ударе зацепиться. А если будет внутрь, она будет полопухой. Холостые поклевки получается, она будет бить, но не будет зацепляться. Опа, есть! Зубатая. У нас сегодня спортивная рыбалка, так что всю рыбу мы будем отпускать. Достать крючок, когда она сильно заглатывает, всовывает в рот, в пасть. Вот, она раскрывает ей рот. Получается, это приспособление. И чтобы хорошо вам вытянуть крючок, все, вытянули и отпускаем ее. Пошла вон. Поехали дальше. Опа, опять удар, опять есть. Вот такая вот красоточка. Вот, ого, заглотнула, хорошо, на паузе. Ну, вот такая вот грубая щучка. Все, я ее отпускаю. Тихо. Давай, иди, ой, ребята, клев тут очень хороший, в принципе. За 5 минут 3 поклевки уже было. Раз, два подкинул ее. Она со дна получается. Делаю такое движение и ложится на дно. И рыбка вот так. И рыба при этом реагирует на, когда ты ее подкидываешь, она реагирует и агрессивно атакует на выходе, получается. При подкидке она атакует, либо на палку. Она вот проплыла, грубо говоря, рыбка остановилась, и подозрительно щуки стало, она ее хватает. Почему рыба не поплыла дальше, остановилась, она хватает, атакует.
получается в двух моментах. При того, как я поднимаю, и при том, когда она просто лежит на дне. Здесь вот она хорошенько на паузе. Вот это вот хорош. Вот это уже она монстра. Вот хорошенький экземплярчик. Ну это уже да. Это уже поприятнее. На два крючка сразу засадилась. Открой коротик, милая. Открывай свою ладошечку. О, все. Такая вот рыбинка получилась у нас. Пошла хорошая. Так, ребята, сейчас мы будем менять приманку. Будем ставить очень большую приманку. Так как очень большие приманки хватают очень большие щуки. Сегодня, конечно, бы хотелось бы поймать какую-нибудь зачетную щуку. Килограмм так на 5, на 4 хотя бы. Сейчас мы будем вот на такую приманочку ловить. Да на крупную щуку. Мелкая щука, она боится к этой приманке подтягиваться. Так что мы сейчас попробуем взять экземплярную щуку. Килограмма на 3, 4, 5. Где-то так. Будем надеяться на эту приманку. Я сейчас кидаю почти под тот берег приманочку. Да, есть ударчик, но мелкая, походу, щука, но она не возьмет ее, не заглотнет. Да, был бы флюрик, срезала бы сейчас зубами. Иммигрант, как говорят. Пойдет она плавать. Плавать пойдет. Потихонечку, помаленечку. Оп, поплавала. Будет заброс туда, получается. Ну и тут можно сразу щуку и этот ловить. Сейчас попробуем откидать тут место. Тут вроде не битое. Может даже сразу клевать начать. Подымал со дна, приманку забагрил вот такого щупачка. Он идет на эту сторону. А щука только там будет. Пробуем дальше. Надежда умирает последней. Ребята дали блесенку, говорит. Пробуй лови на нее. Говорит, должна клюнуть. Разница между силиконом и блесенкой, то что силикон идет тупо по дну, грубо говоря, его перебрасываешь, и оно по дну идет. А блесенка она в толще воды, либо поверху воды она идет. И рыба ее постоянно, это активно, ну, получается активная рыбалка, потому что постоянно в движении блесна находится, и она не опускается, не успевает опускаться на воду. Делаем передышку, делаем, попробуем щуку еще половить. Я потащила. Экземплярчик. Ля, она заглотнула крепко. Тут сундук потребуется. Тихо. Красоточка, вот этого я ждал ее. Сейчас под вечер начнется такое твориться тут. Я уверен даже. Все. Роднулечка, давай я тебе достану аккуратно и отпущу. Вот это рыбалка. А плавать пойдет. Потихонечку, помаленечку. Оп,
Пошла, родная. Посмотрите, что сделала, ребята, штука эта. Так сопротивлялась, порвала весь силикон, оторвала грузик. Там крепление, вот оно. Вот это крепление просто вырвало вместе с металлом. Вообще вот страшно. Мне вообще понравилась эта поклевочка, дикая, прям под берегом. Силикон уже в тряпке разорвало. Он аж разворачивается. Ну ничего, мы добьем его сейчас. Я еще на него возьму сейчас. Менять пока не будем, он трофейный. Сейчас мы грузик довесим и будем опять на него же ловить. Тихо, тихо, говорю. Отпусти. Все. Вот так оно, давай. Так, ребята, сегодня рыбалка очень классная, но война войной, а обед по расписанию. Пойдемте готовить кушать. Ребята, сегодня мы будем готовить бургеры со стейком. Такой сытный бутерброд. Сейчас будем пробовать. Бомба. Просто бомба. Так, ребята, сегодня мы очень хорошо провели время на озере Михайлино. Находится оно 16 километров от города Киева. Щука сегодня брала вообще шикарно. Где-то штук 10 я поймал. Сходов было тоже штук 5. Не меньше. Советую этот водоем. Тут все условия для отдыха, полностью все условия. И беседки есть, и места, где есть, откуда рыбу ловить, и покушать можно тут, и можно поймать рыбу, и вам тут приготовят ее. И рекомендую очень сильно. Рыбы тут много, щуки полно вообще. Каждые 5 минут поклевка однозначно щука. Я сегодня приезжал на спортивную рыбалку, рыбы не брал. Ну, то, что ловил, то я посмотрел. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Bye.